Комитет «Гомель-облимущество» приглашает на аукционные торги, которые состоятся 5 июля. В Гомеле на улице Войкова, 72 и 74, продаются здания музыкальной школы. На Пролетарской, 47, можно купить одноэтажное кирпичное нежилое здание с тремя пристройками и погребом. В Речице на улице Чапаева к продаже предлагается комплекс зданий, в том числе бывшие административные, пристройка прачечной, бытовые помещения транспортного участка, здание СТО с проходной. В агрогородке Рудня Мозырского района продается здание бани. В деревне Милевичи Житковичского района можно приобрести здание детского сада с павильоном и погребом. Документы принимаются в комитете Гомель-облимущества по адресу Гомель, проспект Ленина, 3, кабинет 412, до 29 июня. Подробности можно найти на сайте комитета, а также узнать по номерам телефонов в Гомеле 70 38 49 или 70 36 43.